Совершенно невероятно, удивительно открывать наш 92-й сезон Большого театра Республики Беларусь на сцене Самарского театра оперы и балета. Совершенно удивительно подобрана программа, и она открывала 5-й международный фестиваль искусств «Шостакович над временем». Это принципиально важно, потому что первый спектакль был «Иллюзия любви», в котором использована музыка Шостаковича. Сегодня в продолжении темы «Любви» мы будем говорить со сцены уже визитной карточкой ныне спектаклем «Спартаком» в авторстве Валентина Николаевича Елизарьева. Поэтому любви много не бывает. Я надеюсь, что ее хватит сегодня всем.